Телеканал «Дождь» и радио новостей «Коммерсант-ФМ» представляют проект «Конституция на дожде». Конституция Российской Федерации. Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. Статья 43, пункт 1. Каждый имеет право на образование. Пункт 2. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Пункт 3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Пункт 4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица их заменяющие обеспечивают получение детьми основного общего образования. Пункт 5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. Проект «Конституция на дожде».